Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с самым красивым весенним праздником. Именно Международный женский день говорит нам о том, что зима закончилась, потому что 8 марта становится светло и тепло от ваших улыбок и блестящих глаз. Благодаря вам, для нас, мужчин, окружающий мир наполнен многообразием красок, звуков и чувств. Спасибо вам за любовь, доброту и нежность, за терпение и ежедневный труд на благо семьи и общества, на благо нашего университета. Искренне я желаю вам счастья, поддержки друзей и коллег. И пусть ваши мужчины всегда окружают вас заботой и вниманием. Любви вам, здоровья и благополучия.